Победил болезнь сам, помоги другому. Общество онкологических пациентов «Дзивибас Кокс» открыло программу обучения менторов. Десятки людей, победивших рак, готовы поделиться своим опытом и помочь другим. А вот как помогать, и учат на курсах. Ксения Колесникова расскажет подробнее. У меня было две операции в прошлом веке. Ну и я тоже прошла через все это, и через химию, и через облучение. И просто, ну, я считаю, что это мой долг помочь женщинам. Сама Любовь в шутку называет себя динозавром. Когда другие женщины видят, как много лет прошло после ее болезни, это внушает им надежду. Именно это побудило ее стать ментором для онкологических больных. Вот эта поддержка, она, ну, очень нужна, потому что человек начинает на 180 градусов совершенно по-другому смотреть на жизнь. Да? Ему хочется жить и помогать другим, потому что жизнь у нас одна. Мы не можем ее прожить заново. Ментор нужен в самых различных ситуациях, начиная от вопросов питания, заканчивая психологической поддержкой. Это особенно важно в самом начале, когда пациента и его близких одолевает неизвестность, говорит Агита. Врач выписывает лекарства. Часто и по моему опыту бывает так, что ты читаешь аннотацию и не знаешь, то ли лучше станет, то ли хуже станет от этих лекарств. И тогда, если кто-то скажет, знаешь, может быть так или по-другому, или мой опыт был таким, то ты уже не один со своей болезнью, и это очень важно. Подобная поддержка внутри организации «Дзивибас Кокс» существует неформально. Туда часто звонят пациенты с вопросами, сотрудники организации узнают их диагноз и по возможности знакомиться с другими членами общества, которые имеют опыт борьбы с этим конкретным видом болезни. Однако важно не только помочь, но и не навредить, говорит глава организации Гунита Берке. Именно поэтому организация решила устроить курсы подготовки для менторов. Надо знать, что о болезни можно говорить и нельзя, потому что рак – это все-таки хроническая болезнь, которой... Ну, надо знать какие-то разные аспекты о том, ну, чтобы лишние надежды или наоборот, как раз что-то такое безнадежно не сказать. Менторов обучают тому, как можно помогать, притом не навредив самому себе, не взяв на себя слишком много. Курс начался с лекции о юридических аспектах лечения. Какие права имеет пациент, какие его обязанности и где искать информацию об этом. Берке призналась, что она не ожидала такой отзывчивости. Менторами хотят стать около 40 человек. Поэтому организация рассматривает возможность провести курсы обучения менторов и в регионах. Ксения Колесникова, Кришьяны Слейтис, Латвийское телевидение.